Вот и зимние метели. Новый год стучится к нам. Время планов и итогов. Спад у нас или все же рост? Мы хотим сказать спасибо всем прошедшим месяцам. Потрудились все на славу. Каждый месяц был непрост. С январем мы освещали конференции в стране. Интервью, статьи, доклады встали в дружный хоровод. С февралем переводили зарубежные статьи. Все в журнале разместили. Чтиво есть на год вперед. Март мотался целый год. Обучал честной народ. Как повысить всем надежность, а не чтоб наоборот. Принимали мы в столице и людей из разных стран. Главным здесь по всем наукам был апрель, наш домосед. Маю интернет достался. И программинг, и дизайн. И теперь все обучение СТО. Простоев нет. Наш июнь собрал команду на огромнейший проект. 1100 техкарт магнитки пишем мы на каждый цех. А июль стал монтажером на проекте КТК. Анимировал процессы, фильмы запустил для всех. Август с золотым оттенком полюс золото учил. Как активы стратегически успешно развивать. Казахстан мы знаем точно, наш сентябрь не позабыл. Там учили мы техкарты для ремонтов создавать. С октябрем трудились дружно с разработчиком Деснол, чтоб нажал на чудо-кнопку и от всех забот ушел. С ноябрем мы собираем базы данных целый год. Это вам не фунт изюму и не ягодки в лесу. Базы данных непростые, там техкарты золотые. Могут сами расширяться и техкарты выдаваться под различные ОСУ. А декабрь всех главнее. К нам пришел на юбилей, чтоб отпраздновать победы вместе было веселей.